Екатерина Емелюшина пришла к уполномоченному по правам человека Ольге Гольцовой за помощью. 2,5 года назад отец Екатерины умер в больнице. Врачи лечили его экспериментальными лекарствами без точного диагноза. Жительница Самары хочет добиться справедливости в суде. Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Никакого дисциплинарного даже взыскания никто не получил. Они продолжают в кавычках лечить. Я сразу же после случившегося звонила в приемную Бастрыкина Александра Ивановича и просила посодействовать центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. Чтобы эффективно и оперативно рассматривать обращения граждан, уполномоченному по правам человека помогают профильные специалисты – прокуроры, министры, главы муниципальных образований, а также руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Марат Галиханов. Такие встречи он планирует проводить регулярно для более плодотворной работы своего ведомства. Задача однозначно объективно разобраться в каждой ситуации, докопаться до истины и принять законные и обоснованные процессуальные решения. Мы слышим заявителей, заявители слышат нас, мы обсуждаем какие-то вопросы, где есть возможность что-то ускорить, что-то дополнительно сделать, мы это, естественно, реализовываем. Сегодня в приемную уполномоченного по правам человека рассмотрели 11 уголовных дел. Прием вели по предварительной записи, чтобы максимально эффективно решить все поступающие от граждан вопросы. Хотелось бы, чтобы это было, наверное, примером для тех следователей, тех сотрудников Следственного управления, которые должны знать, что когда-то наступит еще второй прием с начальником Следственного управления. А наши граждане должны быть уверены в том, что мы будем контролировать деятельность рассмотрения и расследования уголовных дел. Все дела, поступившие к уполномоченному по правам человека, взяли на особый контроль. В ближайшее время они будут доведены до логического завершения. Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.